Итак, мы с вами приехали в храм Адырая. Кстати, и первый, кто у нас здесь встречает, может быть, зовут дядька. Кто знает, как дядьку зовут этого? Хатей, совершенно верно, да. Хатей его зовут, но по-другому его просто веселый Будда называют. Ну, его имя Хатей как раз. Может, Хатей не многие слышали из вас, многие слышали слово Нецки, да? Нецки, вот статуэточка такого пузатого дядьки. Данечка, быстрее! Чтобы они были в хорошем настроении, им приносят водичку в рубчике, украшают домик, ну, видите, да, гирляндами, там, ну, гирляндами украшают, там, так далее, все для того, чтобы они были в хорошем настроении. Хорошее настроение, тягивают добро, счастье, удачи, все самое главное. Частенько спрашивают насчет пожертвований, да, вот которые пожертвования все оставляют, куда они идут, там и так далее. Вот. А в хотеле то, что в пузо кидали денежки, да, туда нет. Вон, видите, там дверь сзади, да, вот на замочке. Вот. Потом оттуда денежки забираются. Деньги идут только в храм, никуда. Когда Будда родился, все это было дело в Индии до нашей эры, 600-е годы. В общем, когда он родился, ему уже при рождении предсказали то, что он станет великим святым. Да, и великим человеком, как бы. А его отец был великим правителем, военачальником. И когда услышал то, что его сын будет как-то там с религией связан, да, как бы запретил, чтобы хоть кто-то как-то занимался его воспитанием, он считал то, что его сын должен вырасти таким же, как отец. А поэтому он его сам воспитывал, сам растил, когда вырос, он его женил. В общем, он сына ограничил. В общем, чего это зависит, кто кого там перерождает, а потом какой год какой-то. Кто знает год какой-то? Да, это, наверное, 2557-й, это официальный год сейчас в Таиланде. 2014-й, даже чеки у вас есть, можете достать, да? Да, чеки, да, 57-й год. Только не надо идти, вот не выходить, когда к минивену подойдите, посмотрите, смотрите, там 57-й или 58-й год. Это официальный год здесь, в Таиланде, как бы. У меня даже в разрешении на работу стоит период 57-й, 58-й год. Ну, вот это официальный год здесь. Кто знает, почему так? По-другому календарю. Да, совершенно верно. Да, календарь у них, в принципе, один и тот же. Все точно так же, как дни, недели, там, все точно так же. Да, со дня, ну, как выражение, смерть, мы так можем сказать. Мы не просили, да, дядька это есть владыка потустороннего мира, как я уже говорил, по-нашему просто дьявол. Вот эти вот то, что с книжками, с хлопнями, там вот эти все вот, кто души кидает в котел, это все судьи дьявола и его творения, как раз, они наказывают души. А в книжках все грехи за всеми записаны. Вот сейчас, как видите, привели две свеженькие души грешников. Сейчас им зачитают из книжки, в чем они согрешили, да, в чем они ошиблись, так сказать, при жизни. И первым делом они отправляются обязательно в котел. А котел, ну, он, в принципе, во многих в религии, да, присутствует для того, чтобы сразу почувствовали боль и страдания. А с вами, когда сюда зашли, первых, кого мы увидели, две большие скульптуры. Да, эти скульптуры сразу показывают, кто такие грешники. То есть, когда заходим, сразу ясно понятно, то, что ничего хорошего с ними здесь не происходит, да, какие что они красавцы. Обязательно мужчины и женщины показаны, чтобы показать то, что все равны. Неважно, кто там, мужчина либо женщина. Вот, с головами различных животных, то, что стоят скульптуры, это как раз таки с реинкарнацией связано, да, помните, перерождение в животных. Вот, говорят то, что именно души грешников перерождаются в животных, говорят, жадные люди в свиней перерождаются, просто в целом плохие люди в собак перерождаются, но почему-то именно алкоголиков выделяют, я не знаю, почему, как бы, ну, да, вот, говорят вот так. А сексуальные маньяки, насильники перерождаются в петухов. Да, я как бы не придумал ничего, там все подписано, как бы. Пойдемте дальше. Да, да. Конечно. Смотри, разные кого перерождаются. Посмотри, да. А с головой с обезьяны. У обезьян какая репутация основная? Ну, они, наверное, это. Воры. Воры, да. Воры, мошенники перерождаются в обезьян.
Голод черного слона, подчеркиваю черного слона, потому что белые слоны это священные животные в Таиланде. Вот, и голод черного слона это люди, которые убивали животных ради денег, то есть браконьеры. Mm-hmm. Голод казачек по природу, он сажал там, вырубал леса и так далее. Голод крокодил, те, кто загрязнял водоемы. Головой креветки, сразу говорю, это наркоманы. Да, я не знаю, почему именно, но вот сказали, что наркоманы. Креветчик. Головой жуи, там сухофроги, вот траву, так далее, так далее. Там такие более мелкие грехи, здесь уже посерьезнее. Это перерождение души, да, в тело. В новое тело, так сказать. Вот любое препятствие беременности считается грехом. Вот здесь, в данном случае, аборт показывает, что аборт это плохо. Вот, забор такое наказание. Дальше. А сразу же в конце аллейки я вам расскажу, для чего все это место вообще создано. В общем, здесь женщину опять-таки наказывают. Женщину наказывают за убийство мужа, да, муж, который был хорошим отцом для их детей. Казалось бы, да, вот он убийц там наказывают. В чем же смысл? На самом деле здесь немножко скрытый смысл этой скульптуры. Просто в Таиланде принято то, что ребенок должен воспитываться двумя родителями. Отец и мама, она просто детей оставила без отца, вот это самый главный грех. Почему женщину, а не мужчину за убийство там жены, да, наказывают? Потому что тайские женщины, они... Не знаю, славится своей ревностью. И на почве ревности они действительно очень частенько убивали мужей своих. Поэтому именно так и показано. Очень много историй, кстати, вот с европейцами, кстати, когда вот они. Ну, все видели, да, вот европейцы старого, да, там, стайки. Как бы очень много случаев, как раз таки, когда на почве ревности они действительно убивали, там, подмешивали что-то куда-то. Здесь сексуальные маньяки и насильники. Ну, понятно, чем грех заработали, да, тем за него и расплачиваются. Здесь вот на колючем дереве, видите, ползут здесь и мужчины, и женщины, это за измену. Вот. А за измену, видите, там и собаки, и вороны, и копьями, и ножами все подгоняют, как бы считается вообще позором измену. Здесь глаза, вот видите, выкалывают, 31 год. Я в конце лейки расскажу, для чего все это делали. Сколько лет? 31. А в общем, здесь вот смотрите, ну, выражение, знаете, нож в спину, да, как бы предательство считается. Здесь, конечно, почему-то там написано уклонение от службы. Там. Не, на самом деле мы с тайскими водителями здесь много что переводили, как бы, и некоторые несовпадения просто есть. В общем, дословно. Наказывается душа того человека, который увидел другого человека в беде, развернулся, ушел, все, не помог. Да, оставил его в беде, как бы считается предательством, поэтому такое наказание. Алкоголикам в глотку заливают раскаленный свинец, и затем они собак заряжают. А насчет темы детей, опять-таки, да, насчет абортов и так далее, просто, как бы, а вот именно аборт показан, а здесь вот именно убийство детей. И сюда, в общем, никогда не будет иметь такого. А дальше души, которые настрадались, намучились, только после этого осознали свою ошибку. Они пришли просить прощения, но как бы прощать их никто не будет. Вот святой спустился, для чего попытка Так,
заработаешь, да, ну, ты их должен заработать. Вот ты заработаешь, Таиланд такое место, где просить кого-то денег, это считается позором, а здесь вот это грехом показано. А, то есть они попадают в ад, и у них вырастают за... Языки, да, вытягивают, как бы, вот видите, какой внешний вид у них, как бы, да, обожжены тела, как бы, вот когти там и так далее, кто с ним. Все это вот, да, душами детьми, душами деревьями. Здорово, чем... Слышали о том, что в Таиланде нету пенсии? Да. Слышали, да, уже говорили, как... Деньги об этом говорили. Да, да. В общем, есть как бы, ну, выплаты, есть госслужащие, болезни. Все остальные грехи, которые не поместились, так сказать, туда, они вот в этих двух культурах, то есть они без обозначения, вот все остальные грехи показывают. В общем, как это все происходит, кто кого там наказывает, существует где-то этот мир. А ну вот это вот местечко прям отбирают за дошкольные глаза, за детей. Маленьких детишек, а начальные либо дошкольные классы. То есть самое детство им детям показывают, поэтому я вам сразу сказал, что основное то, что детям показывают самого детства. Видите? Давайте расскажем, речь выходим. А птичку, когда покупаете, не знаю, здесь, там, где понравилось, встали, загадали желание, дверку открыли, птичку выпустили, клетку в любом месте оставляйте, их потом будут собирать. Вот, в общем, вот этих угрей, сомиков и рыбок вам дают в пакетиках, в таких вот с водичкой, а их надо выпускать вон туда вот в озерцо. Только не с хвостика их бросайте, да, чтобы они там полтора метра перед свободой еще не летели. Слева там есть спуск к водичке,